открытый рынок у нас федерального значения объект. Ситуация, которая сейчас происходит по строительству ларьков, она нас тоже обеспокоила. Я дал поручение отделу контрольного надзора провести мероприятие по контролю. То есть сейчас они выйдут на место, зафиксируют, поднимут документы, потому что там не только зоны охраны, у нас есть еще там и территории памятников, поэтому сейчас нужно четко и правильно установить местоположение вот этих ларьков соотносительно той или иной зоне, проверить режимы, которыми регулируется та или иная зона, и уже тогда мы поймем, есть нарушение или нет нарушения, если есть нарушение, в какой мере нарушение и как на него реагировать. Поэтому поручение такое дано, управление работает. После того, как будет вся информация собрана, соответственно, будет принято решение, что мы делаем дальше по застройке этих ларьков. Я думаю, в ближайшие дни мы поймем это.